Это он? Очень здорово. Лиса, где можно использовать этого кота? В каких фильмах, съемках? Ну вот, как я уже говорила, такие, где требуются вальяжные коты, статичные, потому что сама порода, в принципе, это, ну, предполагает как бы вот статичное лежание там на столах, ну, как вот, как она видится в основном режиссером. То есть они сразу, как только нужно что-то вальяжное такое, гордо лежащее, еле-еле двигающееся, почему-то вот им сразу возникает британец, шотландец, ну, вот, собственно, это шотландские веслоухи, да, я правильно понимаю? Вот.